Здравствуйте, меня зовут Александр Горбунов, и сегодня я покажу вам тепличный комплекс в Коломенском районе, полностью готовый для запуска производства по выращиванию цветов. Адрес объекта: Московская область, Коломенский район, деревня Паново, улица Шоссейная. Это всего 5 километров от города Коломны. Продается тепличный комплекс общей площадью 10 540 квадратных метров, на земельном участке площадью 3,5 гектара. Участок огорожен металлическим забором, теплицы из антрацита расположены на территории 120 соток. Оборудованы системами обогрева и кондиционирования воздуха. Это позволяет использовать теплицы круглогодично. Теплицы идеально подходят для выращивания и поставок больших партий цветов. В случае дооборудования теплиц газовым отоплением, здесь также можно будет производить огурцы, помидоры, другую сельскохозяйственную продукцию. Также на территории расположены две котельных с четырьмя мощными твердотопливными котлами и дизельным генератором на 47 кВт. Два общежития общей площадью 500 квадратных метров, где в общей сложности 27 комнат для рабочих и 8 санузлов с отопительными бойлерами и душевыми. Офисное помещение площадью 30 квадратных метров. Перед въездом домик для охраны. Оцинкованный вагончик под склад, гараж оцинкованный 10 на 12 метров, навес для многолетних растений 18 на 72 метра и холодильные камеры 9 на 24 метра. Коммуникации. Своя электроподстанция мощностью 500 кВт и две скважины глубиной 75 метров. Магистральный газ расположен в 1 километре от участка. Подведение возможно. Место. Всего в 15 минутах ходьбы от комплекса находится остановка транспорта Паново, откуда на регулярных автобусах можно доехать до города Коломны. Есть также прямой автобус до станции метро Котельники. В деревне Паново также есть железнодорожная станция Семеновский, начальная школа, детский сад, сетевой продуктовый магазин «Пятерочка», кафе «Мельница». Городская инфраструктура города Коломны расположена всего в 5 километрах от комплекса. Совсем недавно открыли для автомобилистов новый участок трассы М5 «Урал». Час пик, экономия времени в пути до Москвы или обратно составит не менее 1,5 часа. Теплица и земельный участок находятся в частной собственности. По документам это земли сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием для растениеводства. Звоните мне уже сегодня, записывайтесь на просмотр, и я с радостью покажу вам этот классный и ликвидный объект недвижимости.